сохранил территорию, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная притом. В минувшие выходные в Магадане состоялся городской фестиваль «Куваевский костер». Это традиционное мероприятие ежегодно собирает любителей музыки и поэзии на свежем воздухе. Этот год не исключение. Отличительной особенностью стало лишь место проведения фестиваля. В этот раз звуками струнных и голосами вокалистов наполнился популярный у горожан и гостей города сквер «Маяк». В этом году мероприятие приурочили к 65-летию со дня основания городской библиотеки имени геолога, геофизика и писателя Олега Куваева. Мы имя Олега Куваева увековечили в памяти, назвав библиотеку нашу городскую именем Куваева. У нас есть и библиотека Альберта Мифтахутдинова. Мы думаем над тем, как увековечить память Александра Михайловича Бирюкова. И сейчас передано очень много материалов, его ценных вещей, которые находятся в музейном комплексе города Магадана. Они тщательно описаны. Я думаю, что в одной из библиотек города Магадана мы откроем экспозицию, посвященную такому замечательному писателю, как Александр Михайлович Бирюков. Не обошел стороной один из уютнейших фестивалей и бывший градоначальник и экс-губернатор региона Владимир Печеный. Он прибыл в Магадан на несколько недель и с удовольствием становится участником многих городских мероприятий.